Ну, значит, это было 3 года назад, 2015 год. Я тогда еще был, наверное, на травме, уже подходил конец моей реабилитации, вот, и была подготовка к Бразилии, вот, и в этот период меня, ну, можно сказать, там, встретил Андрей Крайнов, мы с ним поговорили, он сказал, что не хочешь ли пойти к нам в СКА, но я, конечно же, хотел после, скажем, Витязя, ну, перейти на какой-то новый уровень. Было много моментов, ну, наверное, вот если так вспомнить, в этот год как-то больше на памяти. Конечно, это запоминаются лучшие победы. Это 10 мячей с Брестом. Конечно, это была такая очень знаменательная победа для меня особенно, что мы 2 года до этого не могли с ними победить. Это было очень важно для меня. Также это было очень важно, что в этом году мы пробились в группу. Вот. И, наверное, матчи с Лагронья вот стали тоже такими запоминающимися очень. И для, ну, для команды в целом, наверное. Наверное, лучше сказать за этот год, потому что так не вспомню, наверное. Ну вот эти вот матчи, я как называл, с Лагронья и с Брестом, наверное, к счастью, я сложились для меня удачно. И, в принципе, наверное, поэтому мы их и выиграли, потому что я, ну, думаю, что довольно-таки, ну, помог команде. Левый край, значит, ну, Ваня Бровко, конечно же, значит, левый полусредний, ну, Кулеш, естественно, с ним очень много побед связано с ним вместе. Ну, разыгрывающий, наверное, не знаю, ну, себя поставить, пускай будет так. На правом полусреднем, наверное, это будет Влад Донцов в этом году. В принципе, он очень хорошо смотрелся, хоть и очень любит бросать. Правый край будет Никита Вайлупов, наверное. А линейный – это, конечно же, Королёк. Хотя, слава богу, но тоже можно ответить. Его прогресс нельзя не заметить. На воротах, наверное, Ваня Мороз. Потому что в этом сезоне он, кажется, всем показал, как он может стоять. И, ну, к сожалению, его травмы немножко подкосили, но я думаю, у него все получится. Продолжу карьеру в Германии, в Миндене. Ожидания пока как-то таковых нету. Наверное, я еще не совсем чувствую вот это, скажем, что это совсем близко, но еще пока ощущения нету. Конечно, я понимаю, что это огромный вызов для меня, что это переход на иной уровень, и все будет непривычно, но постараюсь с этим, наверное, справиться. Ну, как-то так. Пока нет ощущения, что я уезжаю. Пока вот нужно вот закрыть все вопросы по сборной, потом, наверное, появится это ощущение. Поеду первое время один, потом подъедет моя уже будущая жена. Пока там все вопросы с документами уладятся, потом, конечно же, будем вместе. Три вещи. Ну, это, наверное, по команде, по ребятам, по атмосфере, которая у нас была в команде. Наверное, по родителям, конечно, по родным, близким. Это тоже очень важный момент. И третье. По тренировкам Вадима Сашурина, которые даются очень нелегко, но они очень полезны. Команде хочу пожелать поставить перед собой какие-то новые цели, чтобы они были чуть, скажем, выше, чем в предыдущем сезоне, и постараться их достичь. Болельщикам желаю поддерживать команду лучше с каждой игрой, и думаю, что команда отплатит им тем же.